Иди за кассу, спрячься, блядь, там стой. Нормально обращайся, я с тобой сейчас покрякаю. Что, что, что делаете? Вот так вот. Немножко ударили. То есть мы сейчас опять начинаем. Вы просто скажете, что я да, перед вами есть билет. Я тоже извиняюсь. Сондай болып қалды майда жоқ. Просто өзі кешірім сұрады, өзі көрдіңіздер, бірінші кешірім сұрады, маған кейін сұрады. Так, если кешірім сұрады, то есть сейчас сұрайтын, просто потому что это. Вы начали руками махать, правильно? Правильно? Вот видите, да, материнство. Вот это все столбоёбом, я стою и разговариваю. Вот столбоёбом. Видите, материнство опять. Вот он так угрожает мне сейчас, да, вот оскорбляет сейчас. Да. Я могу повторить это еще раз. Да, повторите. Столбоёбом остались. Да. Нельзя так делать, нельзя так делать. Я, блядь, уже достаточно себя. Отец твоих друзей. Я тоже мать двоих детей, да, я тебе такого. Иди за кассу, спрячься, блядь, там стой. Нормально обращайся, я с тобой сейчас покрякаю. Что, что, что делаете? Вот так вот. Что делаете, скажите? Просто вы довели нас, понимаете? Вы просто нам не только идите. Еще раз вас дымолчать, можете оба. Все, молчим. Манап, и Цветков теми гешер дингерби, а я мир меня биту, когда чеш дингер. Масалени. Миграция дингер, не делят, не делят, у видели, почти, почти конфликт дингер и чок. Лучше лучше на его не трогать. Видели конфликт галовый, из баштан для галова, мы с вызы баштан, мы за день язу. Сондай болып қалды майда жоқ. Просто өзі кешірім сұрады, өзі көрдіңіздер, бірінші кешірім сұрады, маған кейін сұрады. Так, если кешірім сұрады, то есть сұрайды, потому что ребята прав, өз бизнесі, жоқ, біздің арты ұстана ел тұрады, қырғыз елі тұрады, мына кейін соң өмірлер тұрады, барлығы рахмат барыңдарға. Кешірім сұрайды болсаңыз, если өзі кешірім сұрап жатыр, да? Жоқ, біз дальше конфликтін қала аламыз. Эми бұл жақтағы шоңдорыңар эчтеке деп ойлойбуз силерге кошо тобусана тиинтебиз минтебиз деп ойлойбуз силерди мынака коргоп атабыз биз даже заявление жазабыз деген эстиңиз да мирне бүткөзү деген биз тарапта бул жакшы баары жакшы Валя, останется здесь. Добрый день, подождите, сейчас никакой межрасовой истории как бы никогда не звучало и звучать не будет. А личный конфликт, который произошел, произошел между двумя мужчинами. Мы сами разберемся в нем, если будем считать это нужным. За национальных? Я вообще за. Или лично перед вами? Перед вами. Немножко ударили, я скажу. То есть мы сейчас опять начинаем. Нет, вы просто скажите, что я. Да, перед вами я извиняюсь. А вы передо мной извиняюсь. Я тоже извиняюсь. Все, отлично. Все, благодарю вас. Девочка, которая участвовала, то же самое, но как раз. Дама, дама. Давайте тоже руки пошали. Если только конфликт между двумя мужчинами, здесь была и девушка. По отношению к которой...